Всем привет, с вами канал «Все для огорода», очередная затарка продуктов. Хотите, поднимайте эстафету. Все, говорю, давайте эстафету проведем. Никто не хочет проводить эстафету. То есть купить продукты, назвать, откуда она пришла, то есть название моего канала, и подписаться на мой канал. И потом дальше передавайте. Уже ваше название канала кто-то говорит, и также подписывается. Значит, я сегодня взял два таких молока, село зеленое. У меня стояло 4 бутылки таких, тут не таких, пол-литровых, вот. А здесь, видимо, полторашка, да? Не знаю, сколько здесь. А, два здесь. Ну, как раз 4, я брал 4 молока. У меня это молоко стояло полмесяца, и главное, не прокисло. Обычно это киснет. Видимо, они сюда добавляют... Что-то там добавляет. Так, сахар взял такой мягкий пакет. В жестких стоит 64 рубля. А это 49 рублей такие. Ну, это сахар, по-моему, это... Ой, как он называется-то? Забыл. Забыл. Там Зарязань-то область какая называется. Ну, ладно, вот они делают сахар. Мы брали такое тоже. Единственное, что здесь 900 грамм, не килограмм. Так, что еще взял? Сыр такой. Это все из пятерки. Сыр, значит, такой взял. Две. Сметанка. Сметанковый какой-то сыр. Упаковку сосисок, правда, у меня есть там две, но взял. Пускай лежит. Ядрёна копоть. 190 рублей стоит. Раньше 149 стоил, а сейчас 190. Дороговато стало стоить. Все. Так, кефир взял, купил. 83 рубля. Раньше 63, теперь 83 кефир стоит. Так, мандаринчик такой взял. Две упаковки. Вот одна. Так, что еще взял? Вот такой взял опять молочная станция творог. Ну, это сырники делал. То есть не сырники, а печенье вот здесь напек, вот сейчас до сих пор они лежат, я их не сделал. Но я хочу сделать, что я хочу? Может быть, это творожники из них получится, вот такого жидкого творога, не знаю. Вот, короче, очередная затарка. Так. Масло взял. Масло написано подешевело. 199 рублей стоит пачка. А точно такая же пачка, только... Темная синяя эта упаковка стоит 260 рублей. Я взял две пачки, хрен с ней. Взял один огурчик. Вот, сделаю салатик. Так, взял тоже масло такое. Вот такое. Золотая семечка. Стоит 114 рублей. Вот. Там было за 98. Ну, то масло, которое стоило... 49, а сейчас она 98, то есть да и масло подорожало. Так, это так. Здесь это все. Вот еще здесь. Так, яиц взял таких вот. Я в прошлый раз брал. C02. Вот они, по-моему, по 62 рубля. Вот. Они тогда по 49 стоили, подорожали. Взял 3 упаковки мне. Яиц вот такой. Красный цеда, C2, это от молодых курочек. Я 3 упаковки взял. Потому что иногда это хочется и просто яичко съесть, и потом шарлот какую-то испечь. Туда тоже надо 3 яйца хотя бы. Вот. 3 упаковки. Они беленькие такие, красивенькие яички. Вот они. Так, что еще там взять? А, квас любимый, очаковский, блин. Вот, купил очаковский квас. Я говорю, а квас есть очаковский? Вот, взял, неповторимый вкус, попробуйте. Я все лето пил только очаковский, больше никакой не покупал. О. Вот, сейчас отопью. Хороший, свежий, не кислый. А то у нас в деревне купишь, он кислый-кислый. Видим, давно они его это, ну как бы давно у них стоит, никто не берет.
Вот вторая бутылка кефира, одел, две кефира взял. Думаю, хватит. Так, вот вторая пачка масла по 199. Раньше было масло, я такое масло брал у нас в деревне. 99, а здесь 199. Так, что там еще у нас? А, баночка горошка взял. Вот, но не помню, сколько цена. Раньше не 38 рублей стоило, а сейчас, по-моему, дороже. Вот, салат сделаю. Тут салатик захотелось. Вот, вторая упаковка сырка, сыра этого. Вот у меня там... А, еще мясо купил с рынка. Это у нас пятерка, магазин пятерка идет. Так, и там что? А, вот я еще, знаете, для себя любимый, давно я не ел вот такие колечки с творогом. Вот такие. Такая упаковочка. Взял с творогом колечки. Так, что там? Там второй, вот этот колбасный. Колбасный творог, вот этот вот, вторая. Ну, по две беру, потому что... Так, а там дальше у нас идет рынок. А, еще... А, ну да, рынок там идет. Рынок. Так, здесь у нас что? А, вот здесь рынок. А, еще взял бутылочку красного вина, кабернет у нас. Вот, я буду... делать мясо, взял грудки куриные, 3 штуки филе, и буду мясо, это мясо заправлять этим красным вином. Ведь у меня вино тоже есть малиновое, но это не то. А, еще забыл, что купил, хрен я еще купил. Да, что-то сдвинулось, что-то. О, или не видно. О, хрен еще взял. Баночку. В общем, такие продукты. Там рынок пойдет у нас. О, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик. Значит, очаковские вот эти пироженки для себя взял. Хотя я там на рынке купил опять конфет. Что-то я не сдержался. Думаю, что-то же сладенькое хочется мне. Вот. Короче, так вот. 2 упаковки. Это все пятерочки. А вот таких мандаринов. 3 упаковки. Таких яиц, С2, 2 упаковки сыра, горошек, квас, вот это все у меня обошлось 3000 рублей в пятерочке. Что-то дороговато, в тот раз что-то больше набрал. А, я там квас не брал, по-моему, молоко не брал, вот. В общем, 3000 улетело, как с куста. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока. Давайте проведем эстафету. Понятно как. Вы подписывайтесь на мой канал, делайте такой ролик у себя. В ролике говорите, откуда канал пришел. То есть пришел этот канал. То есть эта эстафета пришла от канала «Все для огорода». И все. И потом передаете эстафету там своим знакомым. Они тоже так делают. И мы постепенно наберем подписчиков. Понятно, да? Ну и желательно ролик посмотреть полностью, чтобы часики набегали. Не то, что там 2-3 минуты. А, ладно, хватит. Чтобы полностью, сколько он стоит, есть там. Вот 6 минут есть он, там или 9. 9 минут, или... А, уже 20 минут. Нет, 6, 8 минут. Сколько он есть за 8 минут, смотрите полностью, чтобы не часики, чтобы капали. Вот, спасибо еще раз за просмотр. Сумки были тяжелые, еле дотащил. Вот, на молоко, в следующий раз молоко не буду брать. Вот, у меня еще мука есть, но можно муки пакетик купить. Яйца не тоже не буду. Вот так чуть-чуть мы что-то куплю, что у меня нету. Капуста у меня есть, покамся. Вот, а, я котлетки хотел купить, ну ладно, в следующий раз. А, у меня есть фарш, я могу котлеты свои наделать. Единственное, там надо пропустить этот, я пропускал через крупную сетку, мелкой сеткой пропернить, чтобы... Они как бы слипались, а то котлеты жаришь, они развалились, потому что вот эта сетка была крупная. Спасибо еще раз за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы прийти в следующее видео. Всем пока-пока. А, да, приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду.